Привет, друзья. Давид, привет. Привет, Давид. Так, вышли мы на улицу. Сегодня 2 ноября. Погодка, конечно, нелетная. Такой дождь целый день сегодня идет. Пасмурно, сыро. Вот. Но нам с Давидом нужно по делам. Да, Давид? Любой человек. Так, а я сегодня звонила классной даме нашей. Вот. Попросила у нее книги для Давида. Все, я уже возле школы. Вот, на крыльце стою. Давид пошел за учебниками. Сейчас учительница даст ему вместе с сумкой. Вот, а мы дома что-нибудь получим. Вот, чтобы не забыть уроки. Вот, такая школа у нас. Школка. Фу, опять дождь пошел. Погода, конечно, нелетная, не погулять, ничего. Сейчас зайдем в магазин, купим нашему хомячку корма и все, пойдем домой. Будем дома уже играться, что-то придумаем дома интересное. Так что такие дела. Жду Давида. Так, вот Давид вышел со школы, забрал учебники, забрал? Угу. Да. Это по математике. Ну, что ты разобрался? Нашел учительницу? Посмотри, отчет перед дверью, она как будто заперта. Закрыта была? Да. Не было учительницы? Где-то она была? В учительской, да, была? Вот это, видишь за столом. В общем, ты молодец. Учебники взял все, да? Ага. Все, пошли. Ты умничка. Пришли в магазинчик купить хомяку корма, ну, как всегда. Я подумала, это видос. Такой наборчик купить на Новый год. Елочки уже продают. Что тебе, горшок? Горшок хочешь? Рушечки. Это для зонтика подставка. Интересно. И пазлы есть. А что это такое? Настольная какая-то. Кубиком это... написано, видишь? А как это? Такие пазлы мягкие, есть для деток, для маленьких. Как она называется? Вот. Гра настильная данка, то есть кубикум. Это лото. Елочки. Книжечки. Канцелярия. Сейчас подожду. За мной только следуй. Так, мы пришли за кормом. Еще там внизу где-то. Для животных все. Да? Такой, как нам нужен. Так, ребята, мы были в вот этом магазине. Все, корм хомяку купили. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Вам еще книжечки показать. Учебники, какие мы взяли в школе. Я дослеживаю свит. Может, кому-то будет интересно. Автор. Так, потом что тут еще у нас есть? Английская тетрадь.
математика. Английский учебник. Оксана Карпюк. Букварик. Все, это все книжечки, больше нет. Так дела. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.